Эй, привет, сидящий там зритель. Да, стыдно признаться, но этот тип тут на экране я. А тут мама. Она очень любит заниматься ничем. А тут папа. Я не знаю, кем он работает. Нет, не думай, что сценарист тут не придумал ему нормальную работу. Просто он работает на правительство и занимается там чем-то очень секретным. Даже мама не знает, что делает там папа. Хотя, если тут так подумать, она его и не спрашивала. О, это прекрасное место. А? Да, милый, это место просто прекрасное. Ненавижу это место. Здесь нет интернета. О боже, как я устал. Да, милый, ты ж сегодня так много работал. Эй, Ром, иди сюда. Сынок, папа очень устал, его живот просто требует пива. Я видел по пути магазинчик, он недалеко. Иди прямо и направо. Стоп. Или налево. Ну, короче, магазин там. Иди, ты найдешь, я не сомневаюсь. Ну и лентяй. Ты прав, милый, он ленив. Не понимаю, в кого он такой родился. Где тут мне искать магазин? О? Эй, привет! Не иди туда! Это проклятое место! Мне уже 15. Меня не напугать старыми страшилками. Оттуда нет обратного пути. Ага, знаю. Похоже на магазин. Есть тут кто? А? Вот это меч! А?
что тут за циферки? Не припомню, чтоб тут была дверь.